Междуречье, Татьяна Федосеева. Добрый вечер. Так, Александр Выборг. Только что сделал пару прививок. Рябина десертная Мичурина. Снегу то, что ВК рекомендую держать в холоде. Снегу по то, что рекомендую держать в холоде. Так, ну-ка еще раз. Александр Выборг. Только что сделал пару прививок. Рябина десертная Мичурина. А на что его привали? На кого? Может быть, груша на рябину, я бы еще понял. Снегу по то, что ВК рекомендую держать холодно. В общем, совершенно не понял. Давайте откроем на всякий случай вот эту вот ссылочку. Куда нас спешить? Долго нельзя, а то что-то там, десерты. А, это фотография или все-таки ролик? Ну ладно, все, посмотрели, увидели, раскопал снег и привил. А рановато, елки-моталки, рановато, только движения еще нет. Ну ладно, бог с ним, идем, возвращаемся к нашим этим. Так, где мы были, вебинар? Смотрим дальше. Итак. Итак. А, здесь мы были. В общем, я не понял, честно. Дальше смотрим. В прошлом году делал 28 февраля, думал замерзнуть, нет, пошла. Ну, еще примерно не пошла. Ночами минус 28. Вы отчаянный человек, Александр. Вот за вами будущее. Ничего не боитесь. Это очень важное качество. Давайте смотрим следующую ссылку. Александр из Выборга. Йо. Слушайте, а у него получилось. А у него пошли. Осталось догадаться, что же он принял-то. Давайте посмотрим. Прямо хоть бери, умирай. Так, если я отсюда выйду, опять куда-то попаду. Давайте снова возвращаться. Как залезу, так не выберешься. Давайте снова искать, где мы были. Вебинар. Так, а вот он. Ну, теперь уже мы, так, вопрос остался. Переходим к Владу. Всем привет из Нижнего. Так, Ольга, добрый вечер. Семечки, яблони, груш тоже вложат на сертификацию. Сколько времени сюда заранее? Значит, смотрите, груши пора. Обычно 2 месяца. В среднем, еще раз говорю, зависит от влажности, от температуры и даже в чем храните. Вот. А вот семечки яблонь только последний месяц. Фу, как они всходят быстро. У-у-у. Они так быстро. Самое надежное, в то же время самое скороплодное. То есть не успели их положить на сертификацию, как они просыпаются. Так, Ирина Полтовец, Александр Выбор, саженец десертный Мичуринская, рябина, можно вас приобрести? Так, дорогая Ирина, только сейчас я вам отправил, что вы живете в Хабаровске. Я вам улучшенной почтой или ускоренной почтой отправил посылку. Пожалуйста, сообщите, сколько дней шла. На запад буквально 4-5 дней. Есть рекорды уже нескольким за 3 дня. Я ничего понять не могу, я все время забываю спросить. Это современная ЕМС, то есть раньше это была специальная служба, курьерская называлась. Сейчас приходишь, говоришь, мне надо быстрее, я доплачиваю. Кстати, последняя доплата мне стоила 1000 рублей. Не верите? Посмотрите, насколько я не жадный. Итак, вы видите косточки. Вот они, это заказ. Вы видите, как бы сделать, чтобы фамилию не видели с адресом. Как-то неловко. Вот. Я фамилию могу сказать, что она ничего не говорит. Просто все Барышников. Привет, Барышников, если вы меня слышите. Я фамилию убрал, потому что там еще и это, адрес убрал. Вы смотрите. Вот. Догадайтесь, сколько я доплатил из своего кармана. Это чтобы на меня не думали, что я жадный сильно. Ну, жадный, но не сильно. Сильно, но не жадный. Вот, видите?
Вот. Это чтобы он получил нормальную посылку. Почему? Посылки перешли в качестве сырым песком. Если вот здесь вот, вниз посмотрите, здесь написано «Все в песке». Вот. И вот когда я сделал «Все в песке», нормальный заказчик потянуло на 2 килограмма 245 грамм. И я заплатил больше 1000 рублей, и причем большую часть денег я свой карман заплатил. Я говорю с гордостью, что я стараюсь, чтобы к вам пришло вовремя. Вот, вот таким макаром. Поэтому, значит, Ирина Полтовец, сообщите, через сколько времени вы получите. То есть на восток я еще не знаю. Там быстро доходит, а на запад, а на восток я не знаю. Вот. Я в центре Сибири. Так, итак, вы спросили у Александра Выборг. Сажень с десертами мичуринская рябина. Можно приобрести? Вот. Отвечаете человеку. А как с вами связаться? Валерий Костинович, одно время. А, теперь он продолжается. Или это Ирина? Скоро время привык. Давайте уточним, при какой температуре воздуха днем ночью надо начинать поливать семечки кошек. И температура, я вам показывал, вы смотрели вебинары, предпоследний, допустим. И вот, и вы видели, еще есть отдельные фильмы, они есть на моей этой, на моем канале, который называется «Садоводство по железу». Там точную цифру не назову, она плавает по всей России разная. Поэтому вы следите за сокодвижением. Сокодвижение – это ярко выражено у берез. Но взрослые березы, у них оттаивание идет медленно. Если взрослое дерево, мы с ним берем сок, то пока корни оттают, они еще не оттают, они еще спят. А у вас саженцы. А саженцы раньше, мы их на прививку раньше, еще неделю берем перед сокодвижением. Попробуйте догадаться сами. Я обычно, когда меня уже совсем достает, я говорю, вот оттает на штык лопаты. Не температура воздуха решает. Понимаете? А на штык лопаты оттаяло, все. Как можно быстрее привейте. Вот точнее, ни один человек на планете вам не скажет. А то какая температура воздуха. Вот. Я только привил, снег завалит все. Представляете? Вот вам и температура воздуха. Так, Александр Выборг, Ирина, я саженец брал питомники. Вы можете связаться с нами, ответив по текущему адресу электронной почте. Вот он, видите? Вот, и знаете, когда закончится, тут еще я, бывает, отключаюсь, а вот эта вот штука продолжает работать. Тут сейчас уже люди расходятся, уже 45 осталось, потом 40, 35. Успеете все это скопировать. И тогда Александр вам это скажет, как добраться до саженцев. Ренат, всем здравствуйте. Бугульминский район, Татарстан, Карабаш, около нуля. Вчера заложил на сертификацию косточки. Самое время. Так, Ирина Полтовец, Городничин, вождь делает прививки. А, ВКЖ, это я, наверное. Еще снег лежит, стоит бутылка. Разве в это время есть зеленый конус? Под бутылками, да. Но только не дай бог мороз вернется, он может погибнуть. Без не бывает абсолютно. Вот я вам назову, допустим, какую-то дату, там, допустим, 5 марта или 20 марта или 5 апреля. Невозможно. Где-то цветет, а где-то снег лежит в это время. Где-то только оттаяло, только начало цвести, снег лежит. Я вам сколько таких показывал. Риск существует. Постарайтесь выбрать 2-3 разные даты для прививок. Вот бутылка приближает это самое. Она улучшает сращивание. Вот я задача срастить. И быстрее, быстрее, быстрее. Первый месяц идет за 2. Но идеального это не бывает. Когда ее ставить? На улице Сергей начинал тогда минус 10. Я говорю, ты что, с ума сошел? Ну подожди, нуля. А я потом не успею. То есть он рискует сознательно. Рискует. Потому что при минус 10 привил, бутылку поставил, вот он ноль. А под бутылкой уже земля оттаяла и немножечко уже идет это. Сок идет. А потом вдруг раз все завалило снегом вместе с бутылками. Вот так. Виктор Казаков. Питомник Утепова находится в Тверской области. Это мы знаем. Очень большой. Но саженцы полная херня. Штамбы по 1,5 метра. Это их основа агрокультуры и очень много азота.
Так, я видел не такие, а наоборот видел. Вот эти коробках, они вот такие вот штамбики. То есть штампы. То есть целиком. Весь штамп плюс крона. Вот. То, что мне прислали фотографии, дерьмо полнейшее. Но я не утверждаю, что это Кутеповская. Да? Если на них написано Кутепова, это еще не факт. Вот. Если на заборе пишут, это не факт. Заглянул за забор, а там ничего нет. Так и тут. Может, это не Кутеповские. Так. Наверное, они еще реализуют. Вот на то, что они в коробках продают, они подставляют не только магазины, которые при комнатной температуре держат месяцами, убивая деревья, саженцы, но они сами этому потворствуют. Как можно на продажу в середине зимы выставлять? Это только с дураков найти деньги с это, а потом все это мертвое. А потом у людей руки опускаются. Так, Лабасов, Леонид, Десногор. Всем добрый вечер. Хорошая новость о выходе новой книги. Ну, посмотрим. Если среди покупателей будет Лабасов Леонид, кто я скажу? Наверное, будет. Это особая книга. Поверьте мне, вот смотрите. Это особая книга. Вы знаете, как книгу 300 страниц уложить вот такое количество тем? Знаете как? Помните, за что меня ругали? Много говорю, а здесь все настолько лаконично. Лаконично, невероятно. Никакого этого самого. Вот. То, что я говорю, многим нравится, как я разговариваю. Они наоборот любят подольше, когда я говорю. Вот. Скучают, да, есть такие, признаются, особенно женщины. Не по мне, а по моим этим лекциям. Посмотрите внимательно, сколько. Это значит, что буквально, ну-ка, страница 100, 101, 101, 104, 105, 106. Вы представляете, как лаконично все это? Вот это действительно, это уже не моя заслуга. Это заслуга Троценко Павла Николаевича. Вот. Сколько он это самое, собрал информацию. Так что вот оно. Пожалуйста, надо не раздумывая, надо пока есть возможность дешево купить, 900 рублей выслать, да, вот, а потом написать, я вам выслал, Павел Николаевич, сколько там, 900 рублей, вот мои данные, адрес домашний, телефон, знаете, сейчас с телефонами как удобно работать стало, я сам не ожидал, мне никто из почты с меня телефона не требует, вообще не требует. Вот. Но при этом мне говорят, мне позвонили, я на четвертый день получил. Мне позвонили, на пятый получил. Но это на Запад, я про Восток еще не знаю.